Whenever we play a concert, we have to open something in ourselves that shows the deepest parts of our soul. Мы надеемся, что мы открыли какую-то новую страницу классической музыки для публики. Не все знакомы с классическим саксофоном и с репертуаром для классического саксофона, и мы сегодня показали некоторые аспекты. About this country. So for us it was really heavy to come here and to tell this story, we from the outside. So the feeling that we captured something that works across borders, that can really work in different countries, that is really nice, because then you don't need language anymore. We can really use the music to communicate with each other. Совершенно мощный, необычный спектакль, фантастический. Ну, скорее всего, наверное, у нас о свободе творчества, я думаю. И которая в любом обществе, в любое время всегда этот вопрос актуальный. Это отличная идея сделать такой фестиваль с классической, но все-таки редко исполняемой музыкой, и при этом на стыке развлекательности и глубокого искусства. Pleasure to take new music like the ballad of Thierry Eskech, who is the first premiere of practicing tonight. We are very happy to come in Russia and to taste this kind of French music we never played before.
Entertainment is important, but not really culture. And here it's different. So I hope that they will feel this special atmosphere. Thanks to you. Я очень доволен. У нас, конечно, солистов хороших очень много с нами, и они все великолепные музыканты. Я лично получил колоссальный опыт и музыкальный, и человеческий. Я ужасно счастлив, что это все состоялось. Музыка за мир спаяла люди, кои вероятно се не би можда друг некаком другом приликом споили, и то мислим један сјајан. Проходит при личной поддержке Бориса Романовича Ротенберга. Цель актуальной музыки, потому что у него совершенно нестандартное, не классическое звучание. Зал, все просто затаив дыхание слушают. Я считаю, что надо действительно этот фестиваль продолжать, продолжать и продолжать. Здорово.